С начала года 4054 калмыцких пенсионера выбрали доставщика пенсии без визита в Пенсионный фонд России. В Калмыкии различные виды пенсий и иных социальных выплат получает 74 898 человек. Из них более 32% получают выплаты через отделение почтовой связи. Остальные же предпочитают банковские организации. Как отметили в региональном отделении Пенсионного фонда, при желании пенсионер может в любое время изменить способ доставки пенсии. Для этого не обязательно приходить лично в клиентскую службу фонда. Удобнее воспользоваться электронными сервисами и подать заявление дистанционно через личный кабинет гражданина на сайте ПФР или через портал госуслуг.